8 октября сотрудники управления ЖКХ города Каспийска провели выезд для осуществления проверки по благоустройству территории по адресу Ленина, микрорайон Кемпинг, Ростислава Алексеева и другие. Следующая улица, это мы сделали в Кемпинг, 29-я улица, она тоже практически уже закончена, осталось нанести разметку и все. Потом у нас идет там 28-я, 14-я, там практически километр, 200 метров улица идет 28-я, 14-я, там 10-я из длинный участок дороги. Он тоже сейчас остается только подготовлено под асфальтирование. Остается, значит, нанести асфальт на дорожное полотно и там освещение сделать, дорожную разметку. На сегодняшний день работы на некоторых участках практически завершены. Отметим, что проходит реконструкция в рамках республиканской программы «Мой Дагестан. Мои дороги». На Ростислава Алексеева тоже у нас проходит сейчас работа. Значит, готовятся тротуары с обеих сторон дороги, дорожного полотна. После этого будет подготовлено дорожное полотно и асфальтировано. И Кемпинг, получается, у нас 10-я линия, она тоже под асфальт уже готова практически. И на кирпичном 11-я линия. Тоже уже бордюры поставлены, будет тротуар сейчас заливаться. Проверка прошла совместно с помощником главы города Арсеном Базаевым и сотрудниками общественной палаты Каспийска, которые также отметили, что подобные работы будут проводиться чаще, а также по мере поступления жалоб от жителей проблемы будут решаться. На сегодняшний день все работы ведутся согласно графика. Проделана большая качественная работа. Нареканий на сегодняшний день нет. Подрядная организация выполняет свои обязанности согласно закону.